ЦРУ еще 2 месяца назад предупреждала полицию Каталонии о возможных терактах. Об этом сообщает испанская пресса. Более того, в Центральном разведывательном управлении даже назвали улицу Рамбла среди возможных целей исламистов. Что же касается методов атак, то за последние 2 года террористы 8 раз использовали автомобили. О самых крупных нападениях в короткой справке. Ницца, лазурный берег Франции, разгар сезона. Во время салюта в честь Дня Бастилии 19-тонный грузовик протаранил толпу людей на знаменитой английской набережной. 86 человек погибли, более 300 ранены. Злоумышленник, выходец из Туниса, Мохаммед Лауэш Белель, был застрелен полицией. Берлин, рождественский рынок. На заполненную людьми территорию въехала фура. Под колесами погибло 11 человек. Более 50 получили ранения. Нападавший, тунисец Анис Амри, пустился в бега. Спустя 5 дней погиб во время перестрелки с полицейскими в Италии. Столица Швеции, центральная пешеходная улица. Грузовик въехал в толпу людей и протаранил торговый центр. Погибли 5 человек, 14 получили ранения. Атаку совершил гражданин Узбекистана. Он задержан. Центр Лондона, мост возле Биг Бена. Автомобиль наехал на пешеходов, погибли 4. Еще 40 получили ранения. После этого водителю удалось добраться до парламента, где он ножом зарезал полицейского. Но потом сам погиб от полученных ранений. Опять центр британской столицы, знаменитый лондонский мост. Трое джихадистов на микроавтобусе въехали в толпу, а потом выскочили и начали ножами резать людей. Погибли 8 человек, ранены 48. Все трое нападавших были застрелены полицейскими. Вскоре после этого налета фургон врезался в толпу мусульман в районе Финсбери-парк.